В Чувашии с начала года зарегистрировано 84 случая пала сухой травы. Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь возгорания почти 500 гектаров. По фактам неконтролируемых поджогов возбуждено 61 дело об административном правонарушении. К ответственности привлечены 46 граждан и 7 должностных лиц. Напомним, особый противопожарный режим введен в Чувашии с 4 апреля. И за его нарушение предусмотрено наказание. Сумма штрафов увеличивается. На граждан составляет сумма штрафа до 4 тысяч рублей, на должностных до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей до 40 тысяч рублей и на юридических лиц до 400 тысяч рублей. Уважаемые жители республики, неукоснительно соблюдайте требования пожарной безопасности. Не сжигайте сухую травянистую растительность, отходы и мусор на территории домовладений и вблизи домов. Не выбрасывайте непотушенные окурки сигарет и спичек из окон своих автомобилей. Посещать леса запрещено. Если вы стали свидетелем пожара, необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номерам 01 и 101.